Мои родители жили в военном городке, в гарнизоне на границе с Польшей. И вот 22 июня нас уже бомбили. В этот день мы уже почувствовали начало войны. Папа нас посадил в эшелон, семью нашу. Бабушка, маме было 27 лет, бабушке 49 лет, тете, сестре ее 16 лет и мне 2 года 10 месяцев. Мы добирались до Шадринска в течение месяца. И вот вся вот эта вот, этот ужас, значит, начало войны, мама не могла перенести. И 9 июня 42 года она умирает в возрасте 28 лет. Мне в это время 2 года 10 месяцев. Она здесь у меня похоронена. Я к ней хожу 72 года. Это такое несчастье для меня. Но было, что папа в 46-м году из военного, Киевского военного округа был переведен в Уральский военный округ. В 8-летнем возрасте первый парад, я помню, в Свердловске в 47-м году, 9 мая. Папа, значит, сдавал, значит, рапорт Жукову. Понимаете как? Значит, Жуков был на белой лошадке, папа на серой. И вот сейчас, вот как я вас сейчас вижу, так перед глазами вот эта картинка. Я преклоняюсь перед всеми родителями, перед павшими в нашу Великую Отечественную войну. И я вас прошу, помните об этих днях, помните и передавайте своим будущим детям. Помните и не забывайте. А мы на тут не пойдем? За каждым учебным заведением закреплены могилки, обелиски и так далее, за которым мы с вами ухаживаем. На протяжении многих лет наш техникум, наши дети, учащиеся, 2 раза в год регулярно ухаживают за памятниками. У нас их порядка 10 могилок таких. И в прошлом году у нас возникла такая идея, почему бы это не сделать. Организовать митинг здесь, на Воскресенском кладбище. И нам дали добро администрация города Шадринска, совет ветеранов, и в поддержку партии «Единая Россия» нам тоже оказала спонсорскую помощь приобрести веночки и так далее. И я думаю, что сейчас у нас уже будет это традицией. В этом году, сейчас вот на кладбище, в данный момент на митинге, уже больше структур здесь организовано. И сейчас вот Нина Борисовна и Екатерина Степановна хорошую историю сказали. И такую идею нам предоставляется сделать и осуществить такая возможность о том, что действительно вот здесь захоронены те воины, которые из других населенных пунктов, из других регионов. А кто-то их действительно ищет. И Екатерина Степановна сказала о том, что действительно очень рада о том, что находят на нашем кладбище вот эти их захоронения родственников. И у нас хорошая идея. Я думаю, что мы будем с вами проводить исследовательскую работу и каким-то образом будем разыскивать тех родственников, чьи могилки здесь у нас на нашем Воскресенском кладбище. Мемориала памяти участникам и погибшим в Первой мировой войне, которая началась в 1914 году. С нашего тогда Шадринского уезда тоже было на фронт взято очень много людей. В том числе вот в данном случае привезен Черемисин. Он полный георгиевский кавалер.
и полных георгиевских кавалеров, погибших на фронте, привозили на их родину и хоронили. Вот он был с почестями здесь похоронен. Такое мероприятие мы организовываем с нашими обучающимися уже второй год. Постараемся делать это регулярно, потому что та память, это событие, 9 мая, все-таки, я считаю, что должен помнить каждый человек, уважать этот праздник, потому что это великий день. Мы должны помнить о нем всегда, рассказывать нашим детям. И, конечно, та информация, которую ребята получают из истории, наверное, недостаточно. И встреча с такими людьми, с которыми ребята увидели сегодня, я считаю большим вкладом. Поэтому мы постараемся это делать, будем соблюдать эти традиции, помнить людей, которые защищали нас.